Здравствуйте, это мой второй видеоотчет. Мы уже несколько месяцев работаем с Давидом. Вот недавно нам сняли все наши предыдущие диагнозы. Это были и регрессионная депрессия, и задержка психоречевого развития, и аутизм в легкой форме. На данный момент у нас задержка развития речи. Я хочу поблагодарить Давида за его работу, за его поддержку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем желаю удачи, здоровья, всего наилучшего.